Де ж того Бодю носить, га? Набери його ще раз. Угу. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Не отвечает. Не, ну, він подзвонить, Ну, ніде ж він не дінеться, правда? Уставы у них! А где вы были со своим уставом в 14 году? В Ростове сидели? А знаешь, как я попал? По Бухачу за водкой выскочил. А тут как раз комендантский час. И хоть одна сволочь удержала? Кореша мне... Ну да чего? Ладно, проехали. Брат, а ты что так мижишь? Ты расслабься, отдыхай. Мы с тобой не в тюряге сидим, не? Это ты осёкся? Мы, брат, в магазине. Мы с тобой товар, а вертуха и продавцы. Ничего, ничего. Тут перед тобой одного парня выкупили. Сейчас и меня заберут. Сейчас родаки только бабло соберут и сразу. Слушай, тебе какой ценник влепили? Сколько бабок? Хреново, брат. Хреново. Здесь каждый человек цену имеет. А если нет цены, то и человека. Ты выходи! На выход! Пошел давай! На выход сказал! Сержант! Бедро, швабру, мешок для тела. Так точно. Война. На допросы времени нет. На. Закури напоследок. Что ж ты убогий такой, а? Слушай. Хоть это значение уже не имеет, ты для кого лекарства хоть имеешь, а, Вылупок? Для солдат наших ополченцев. Они в больничке у нас. Громче! Для солдат наших ополченцев. Они в больничке у нас лежат. Они лекарств не лечить нечем. Я подумал. Помочь республике молодой смотаться. Это... Господин полковник, а мне Жора послал. А мне комендант наш послал, Георгий Петрович. Вы позвоните ему, вы позвоните Жоре. Он подтвердит. Вы позвоните, пожалуйста, позвоните. Он подтвердит точно. Коменданта Славяно-Сербска мне, быстро. Полковник Минин. Слушай, Жора. У меня тут задержанный.
Богдан Шуляк. Говорит, что ты его за лекарствами послал. Вляхни, что ты сопли жуешь! Свободен. Как? Встать! Резче! Лекарства. Они же для раненых. Тебе, падла, такого лекарства выпишу, что ты у меня вперед ногами поедешь. Обіду холодильнику, а я на екзамен. Дякую. Олешка, снідать. Малий. Сьогодні йдемо до опікунської ради документи подавати. З нами Наталя Андріївна буде. А тітя Ніна? Я без неї не пойду. Я не можу до неї дозвонитися. Ну, я з тобою буду. Я не хочу. А що значить не хочеш? Тато, можна тебе на хвилинку? Їжиш. Давай я. Олежик, все норм. Не хочеш, не йди. Знаєш, що мені мама перед виїздом сказала? Що ти сміливий хлопець. Я не вірю, що ти боїшся. От я боюсь, бо екзамен. Я б замість нього краще б до 10 юристів сходила. Просто тато хвилюється. За Віталія, за маму. Але за тебе він теж хвилюється. Він за тебе стіною, повір. І сьогодні йому потрібна твоя допомога. Добре? Да ты понимаешь, что из-за тебя и по краю лезвия хожу. Командир, ну я же выкрутился. Ты не выкрутился, ты, сука, вкрутился! И еще меня в эту подставу вкрутил! Жор Петрович, ёкало меня, ну не рви ты душу, а? Ну все будет нормально, я тебе порешаю все, я тебе обещаю. Что ты порешаешь, козел? Ты уже с лекарствами порешал. Жор Петрович... Ну, бабки будут. Я отвечаю, ты доволен будешь. Значит так, лавочка закрывается. С твоей укропки бабло и пусть валит нахрен отсюда. Ее сыночка я в Луганск эвакуирую. Или под конвоем к куратору в Луганск. И тебя, и тебя, и вашу Катьку, медсестру. Да я вас, сучар, всех под ноль парирую. Ты что думаешь? Я на Эмме молчать буду? С нами вместе пойдешь, как соучастник. Ты ж в курсах был, правильно?
Видала, Люсёк? Лоханулся Жора Петрович. Надкусил, а проглотить не может. Это ты, Будя, лоханулся. Голову ему в пасть засунул, а высунуть не можешь. Що це за халатність? Ви заявляли про повну сім'ю. Тут вам не балаган. Або ви зараз приводите свою жінку, і ми передаємо справу в суд, як призначено, або я змушена буду передати дитину до притулку. Куди? До притулку, доки батьки не розберуться зі своїми справами. Звісно, якщо ті справи важливіші, ніж дитина. Жаль, що ваша дружина цього не розуміє. Моя дружина зараз на Донбасі. Вона шукає нашого рідного сина. Він у полоні. Ми віримо і маємо надію, що знайдемо його. Тому вона зараз не тут. А от Олешку я вам не віддам. Розумієте, закон не дозволяє. А закон ваш дозволяє дитину, яка зранена війною, відривати від людей, які вважають її рідною, від сім'ї? Його мати померла. Батька вбили на очах. Моя дружина, коли першого разу їздила витягати рідного сина з полону, привезла цю дитину. Він тільки місяць назад перший раз посміхнувся. А ви хочете його в притулок по закону? Що ж то за закон такий? Ви собі як хочете, а ні в який притулок він не поїде. Я звідси не піду без сина. Закони у нас якраз нормальні. Вони дітей захищають. Я бачу, що ви людина притомна. Тань, ну може можна хоч щось зробити? Закон я, звісно, переступити не можу. Давайте зробимо так. Справа відкладається до повернення вашої мами. І поки що дитина побуде з вами. Це все, що я можу зробити. Дякую. Дякую. Так що, Нінок, ничего не получилось. Я вам даже на яму попал. Думал, все. Хана. Живым не выберусь. Ёкало. Но я же не знал, что все аптеки у них МГБ пасет. Не-не, Бодечка. Не. Треба повернутися. И купить. Ти розумієш, мені нема більше кого просити. Розумієш? Ніна, розумію. Ну і ти ж мене пойми. Ну от приїду я з цим твоїм списочком. Пойду в аптечку, ну хорошо, в ніхту, в другую. Я ж навіть до машини дойти не смогу, Ніна, йокали мене. Опять здрасте, МГБ, дайте, що мені понравилось, да? Ніна, ти мене взагалі слухаєш или що? Ось моя банківська картка. Пін-код і список я тобі зараз напишу. Їдь на ту сторону, подзвони Анатолію, моєму чоловікові. Поясни йому все. Скажи, щоб брав гроші на Віталя. І їхав у Лисичанськ. Угу, щас. Ти ж хочеш, щоб цей твій Анатолій мене нафіг послав? Лі ще чого доброго ізбушникам здав? Все, Нін, коротше, все, задолбався я, давай без мене. Будь. Будька. Будечка. Допоможи мені. Ти золота людина. У тебе серце тепле. По-материнськи тебе прошу, допоможи мені. Останній раз допоможи мені. Ти що? Якщо ти мені не допоможеш, я тебе переб'ю.
а тебе придушу. Я тебе прокляну, я тебе на тому світі знайду і знову тебе придушу. Ты свиненька! Крикал давать, я этого не люблю. Ну все, все, не реви. Бодя все придумал. Не реви, я тебе говорю, давай садись, список свой пиши. Да пиши давай. Толечек, рідний, вибач, будь ласка, що я знов самоуправствую. Але діяти треба було швидко. Я знайшла нашого сина. Ось він. Бачиш? Ось наша дитина. Поранена. Але жива. Йому терміново потрібна допомога. Тому я тебе дуже прошу. Роби все, що скаже тобі Бодя. Слышь, муж, ти это... Ты меня запомни, понял? Толя, пробач мені, будь ласка, ще раз. Але тепер все залежить тільки від тебе. Ми з Віталем чекаємо на твою допомогу. Я нормально, я тримаюся. Це... Алло, Анатолій? Так. Це Бодя. Бодя? Який Бодя? Ну, короче, від Ніни я. Від Ніни? Да. Де вона? Що з нею? Так, стоп, тільки давай не перебивай мене. З нею все в порядку? Да, жива вона, здорова, все нормально. Короче, слушай, я ще тебе відео вишлю. Ти посмотриш, а потім перезвониш мені, понял? Зрозумів, яке відео? Все, давай, жду. Толя, пробач мені, будь ласка, ще раз. Але тепер все залежить тільки від тебе. Ми з Віталем чекаємо на твою допомогу. Я нормально, я тримаюся. Це... Бодя, я відео продивився. Куди і коли їхати? Короче, запам'ятай. Встречаємося завтра, во второй половині дня. Я тебе геолокацію зброшу. Сам не дзвони мені. Я вийду на связь, понял? Друзі, сьогодні на операції потрібен анестезіолог. Так, откуда? У нас війна, весь персонал розбіжався. Погано, значить, будеш ти. Ніна Петровна, я простая медсестра, я в житті такого не делала. Інших варіантів нема. Подождите, у нас до войны тут Анна Николаевна работала анестезиологом, на аппендицитах стояла. Ну, где она зараз? 5 лет ее не видела, хоть бы живая была. Хотите, сбегаю? Хочу. Катруся, я тебя молю, бежи. Бежи зараз, бежи, бежи. Здорово, командир. Разрешите проследовать? Чё-то ты, Бодька, зачастил в укропе. Так а что делать? Работа такая. У меня своя. У тебя своя. Убрал деньги, урод. Ты что, меня спалить хочешь, а? Не понял, командир. А что случилось? Новое начальство случилось. С России прислали. Полковник Зверь. Так что закончилась твоя лафа, Бодя. И наша тоже. Обыскать транспорт. Стопы, пацаны. Блин, времена собачьи. Слышь, командир,
А мне ж как гражданину независимой республики, наверное, же можно это родной армии помочь гуманитаркой. Ну, по закону не запрещено. Вот такие клоуны. Так сейчас так и сделаем. А ну, братки, давай, принимай гуманитарную помощь от братского бизнеса. Гроші на деякий час у вас є. Якщо від нас з мамою не буде звістки, ти знаєш, що робити. Телефон я залишив. Ну, от і я думаю. Ну, як ми тут одні однісінькі? Їсти не приготуємо, одежу не вдягнемо, в школу не підемо. Тату, ми вже не малята. Їдь і про нас не турбуйся. Не турбуйся. Піду з Олешкою побалакаю. Ну як українська мова? Виходить? Легче, ніж англійський. Молодець. Олеже, мені треба буде ненадовго від'їхати. Тетя Ніна Віталя знайшла. Ух ти! Угу. А тепер їм треба допомогти. Тому я й поїду. Ну, а поки мене не буде, ти залишаєшся за старшу. Да, треба вести себе розумно, самостійно, ну, без всіляких витівок. І не обманюй нікого в школі, що в тебе в хаті калаші лежать. Зможеш? Смогу. Обіцяю. Все буде добре. Грізи науку. Вот. Спасибо вам огромное, Анна Николаевна. Вот этот тяжело раненый. Заражение. Нужна срочная операция. Без анестезиолога мне никак. Я думала, гражданские. Простите, Нина. Я не смогу помочь. Ну, Катя сказала, что вы... Мало ли, что она сказала. Когда шла сюда, думала, помогу, а зашла в больницу, посмотрела и поняла, что все забыла. Старость не радость, так что помощница из меня никакая. До свидания, Нина, простите. Ну, вы же врач, ну вы же в конце концов должны помочь. Я уже давно не врач. И потом, зачем их лечить? Встанут и опять возьмут в руки автоматы. Это мой сын. Мой сын. Я вас прошу, как мать. Нина. Нина. Все в порядке? Как ты? Сейчас все нормально. Все нормально. Ну-ка, дай сюда. Ему сейчас хирург нужен, а не мама. Выйди из операционной. Я сказала, выйди из операционной. Катя, выведи ее. Вон отсюда! Нина Петровна.
что так мало, а? Считай, вообще впустую съездил. Или ты за Нинкой вообще про дела забыл? Я тебе, Люська, так скажу, что сейчас вот это через блокпосты вообще беспонтово мотаться. Ой, куратор из России шороху навел. Ополченцы теперь стремаются бабло брать. Я он еле товаром откупился. Что дальше будет, я вообще не знаю. Да что ты вообще знаешь? Значит так, Бодя, ты мужик, ты решаешь, что делать. Думай, как вертеться. Что? Дело новое открывать надо. Что? И где ты его откроешь, а? За какой шиш? То-то же. Да потому что благородство свое долбанное надо было в задницу засунуть и зацементировать. Тоже мне Дон Кихот. Бодя, пойми, сейчас не те времена. Сейчас каждый сам за себя и за свое дитё. Слышь, Люсь, ты что, в натуре так думаешь? Бодь, не твое дело, как я думаю. Давай это, товар разгружай. Разгружай. Я уже разгрузил. Ты молодец. Из тебя может неплохой врач получиться. Спасибо, Анна Николаевна. Ну, как он? Ничего. Ой. Температура, пульс в норме, спит. Спит? Угу. Кать, подмени ее. Пей. Пей, 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 говорю, я как врач приказываю. О, тихо, тихо, спокойно, спокойно, спокойно. Давай, 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 запивай, запивай. О, 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 о. О, о, о. А? Живлю. А? О. Порозовела? Была как простыня белая. Анна Николаевна, спасибо вам большое. Спасибо. За моего сыночка спасибо. Эти ручки. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Золотые. Завтра. Мне этот долбанный куратор вовсю за жопу держит. Я повернуться боюсь. Он меня с завтраками кормит. Тю, ну так мужику ж нужно как-то доехать. Он из Житомира едет. Передай свои крупки, чтоб завтра сюда свалило. Чё-то она сильно задержалась. Так ты ж ей сам приказал, чтоб она пацанов на ноги поставила. Бля, ну вот передай, чтоб быстрее ставила. Да не повернись, однополево. Так и жизнь у нас, Жор Петрович, такая. Стрёмная. Люсь! Рот свой закрой. Где расчёт будет? На речке. Сюда привезёшь, и здесь рассчитаемся. И вообще, какие гарантии, что бабло будет? Гарантия стопудовая. Жор Петрович, а вот у меня какие гарантии, что я через блокпост просочусь, а? Ты же понимаешь, что если твои архаровцы меня за жопу возьмут, то твое бабло растечется по чужим карманам, правильно? Не возьмут.
Я распоряжусь. Люська. Тебе говорю. Ну же этот развездяй. Проследи, что все было четенько. Ну, иначе, ты же понимаешь. Так вот, Люська, живем мы с тобой теперь до тех пор, пока Жора Петрович бабло свое ждет. Если хочешь знать, я испугалась больше, чем ты. 20 лет скальпель в руках не держала, и тут на тебе. Гадала баба, я где у кого была. Ну, а теперь по делу. Ты же понимаешь, что операция приостановила гангрену, но не купировала ее. И без серьезного вмешательства он долго не протянет. Счет идет на дни. Может, на часы. Устала я. Такие подвиги не для моего возраста. Куда вы? Пошли дело домой. Так комендантский час. Я ему постелю в свободной палате. Да кому и нужна тортила старая? Тоже мне диверсантку нашли. В задницу я видала ваш комендантский час. Правильно? Анна Николаевна, я провожу. Давай, провожай. Анна Николаевна, вы мне так помогли, а мне даже отблагодарить вас нечем. Ой, подождите. Вот, вот, возьмите. Ну, здесь же есть ломбарды какие-то, вы сдадите, будет копейка. Детка моя, я тебе помогла, потому что это твой сын. А моего сына убили в 83-м в Афганистане. Мне в тот день как будто легкие вырвали. И с тех пор так и дышу. Через раз. Моего сына послал туда. Советский Союз. Война эта никому не нужна была. И давно забыто, как и наши мальчики. Анна Николаевна, я просто не могу вам рассказать всего. Вы меня извините. Да я поняла. Я поняла, а Катька подтвердила. Выпила и проболталась. Тримайтеся. Не будьте обережні тут. Ви знаєте, за що воюєте. А я знаю, що правда на вашій стороні. Зробіть так, щоб ця війна ніким і ніколи не була забута. Операция прошла хорошо, но впереди еще одна более тяжелая.
интервью около мене. Катя, ты Нине передай, что ее муж бабки сегодня привозит. Так что пусть она закругляется. На ту сторону поедем. Договор есть договор. Боже, так а как Виталик, он же... Пацаном комендант займется. Он в Луганске с нашей больнички двух раненых отправляет. Что ты глазами клипаешь? Нинку об этом предупреждали. Она знала и согласилась. Так, все сказала? Значит, вот, я тут собрала. Сами разберетесь. Спасибо. Что спасибо? Скажи ей, пусть шмотки собирает и ждет на стреме. На ту сторону ее переправлю. Ладно, пока. Пока. Хоть бы поскорее, а то из этой Нинки как по минному полю ходим. Ой, Люська, чувствуешь, у нас это тоже касается. Что? Шо-шо, шмотки собирай. Боди, прав был Жора Петрович. Дуло залепи и не каркай! Штырёшь, как потерпевшая. Анатолий, человек Нины. Мужик, ты что, какая Нина? Мужик, ты не туда попал. Толпоклюй. Это что ж у тебя в голове, что ты сюда звонишь, а? Звонок засекли. Точно без вариантов. Ай-яй. Абонент поза зоною досяжності. Зателефонуйте, будь ласка, пізніше. Капітан? Так. Це Швидченко. Я зараз у Лисичанську. Ніна на тому боці. Порадитись треба, більше ні з ким. Добре, я вишлю за вами машину. Я за кермом, куди їхати, скажіть? Ні, так просто ви до мене не доїдете. Тут блокпости проїхати треба. Вас зустрінуть і супроводять до частини. Дякую. Ну что, вызов я сбросил, телефон разобрал. Только же вообще не вариант. 90%, что звонок засекли. Валить надо. Чем быстрее, тем лучше. Сдурел, что ли? Тут же вся наша жизнь. Люся, даже тараканы в банке так не живут. Давай, собирай все самое необходимое, документы там в машину положи. Люся, тянуть дальше некуда. У тебя реально жареным пахнет, понимаешь?
Никуда я отсюда не уеду. Понял? Люсь, ты что? Люсь. Выбор у нас с тобой маленький. Либо здесь попробовать не сдохнуть, либо там попытаться выжить. Не, Люся, а чё? Я швартовую, правильно, а? Ну чё, сейчас... Сейчас Нинку приговорю, чтобы она сваливала отсюда, а? Да пока никто не пострадал, а чё? Короче. Моя дружина и сын пропали без вести. Взяму винні ви. Я до військової прокуратури, я до міністра дойду, я всю вашу частину до гори дригом поставлю. Слухай, ти! До гори дрига нас усі намагаються поставити. І по той, і по цей бік лінії фронту. Поки що тримаємось. Чого і вам бажаю. А в зникненні вашої дружини я не винен. Берегти її від дурниць – це твоя робота. Ніна, ну як ти не розумієш, йокала мене, дура ти така, що по-другому вже не буде. Ты, Жора Петрович, о чем добасарилась? Что тебе главное спасти сына? А все остальное пыль. Все, ты его спасла. Что ты еще хочешь? Не спасла. Гангрена прогресує. Він згорить без мене за лічені дні згорить. Як я можу його залишити? Вибач, Боді, але я за своїм сином і в пекло піду. Ніна! Ну так счастливого пути. Что ты меня и Люську мою за собой тащишь? Нина, нам с тобой не по дороге. Я и так из-за тебя по полной выхватил. Я нормально, я нормально. На. Капитан, мне... Вот так треба на берег річки. На який берег річки? Ну на який берег річки? Ти розумієш, де ти є? Це тобі пляж чи що? Ось. Бодя прислав геолокацію. Ось ця точка. Я не знаю, як туди потрапити, а він на дзвінки не відповідає. Ось я і прошу допомогти мені. Слухай, ну ти хоч розумієш, що я по руках і ногах зв'язаний. Ну я зараз рипнусь, і що? Рапорт на звільнення зразу? Я так і думав. Ну що ти думав? Ну от що ти думав? Спочатку жінка твоя появляється, всіх нас тут на вуха ставить, потім ти. Хто тут командир? Я. Значить, я наказую, що тут робити. Це ясно? Ясно. Капітан, в тебе діти є? Ну, є.
якби від тебе залежало, житиме твій син чи ні. Ти сидів би, склавши руки. Мені призначено бути в цій точці, і я буду. Ти там один будеш, ти це розумієш чи ні? Слухай, тут справа одна є, дуже важлива, але чисто добровільна. Поможеш?